Да, правильно. Здоровый образ жизни можно сравнить с уровнем жизни. То есть, вот смотрите. Ну, начнем с уровня жизни. Тут более понятно. Грубо говоря, человек достигает дохода там, ну, допустим, 50 тысяч в месяц. Уже на эти 50 тысяч в месяц он уже как-то живет. Достигает 100 тысяч, ага, у него жизнь совсем другая. То есть можно купить более какие-то дорогие вещи. Вот. Еще выше уровень жизни. Ты можешь себе позволить там, допустим, дорогие машины, отдых там где-то за границей. Но смотрите, уровень-то жизни ты должен заработать, то есть потратить на него какое-то количество своей жизненной энергии, времени. И вот тут получается, чтобы иметь яхту, надо ее обслуживать. То есть, грубо говоря, это надо, если ты, конечно, не какой-то чиновник, не сидишь на таких местах денежных, или там еще нефтяной, газовый миллионер, когда все это через трубу тебе вываливается. А, допустим, грубо говоря, ты пишешь книги, делаешь кирпичи, строишь здания там и прочее, прочее в таком смысле. То есть ты должен только все свое время потратить на то, чтобы заработать вот этот вот уровень, который бы позволял тебе содержать, ну, будем говорить, дом, твои поездки за границу, машины там и все остальные дела. И вот тут тогда подумаешь, а стоит ли этого? Хорошо жить, особо не напрягаясь. Да, есть там работа, есть там твои там какие-то там увлечения, ты их обслуживаешь, и все нормально, чтобы это не было чрезмерно. Точно так же. И теперь со здоровьем. Можно тут постоянно в течение дня заниматься там ходьбой, упражнениями, медитацией, дыханием, пойти в спортзал, пойти в бассейн, вовремя там поесть, следить за своим мышлением, одеждой. Вот это можно, это нельзя. И, короче, тогда на сам жизненный процесс времени нет. Вот очень важно встроить свой здоровый образ жизни, то есть заботу о своем, о себе самом так, чтобы это было не напряжно. А то надо выбрать время для голодания. Ага, ты должен вот идти с такой там скоростью. Это все создает уже напряг в твоем сознании. И такой образ жизни, здоровый в кавычках, он начинает тебя разрушать. Я уж остального не буду касаться. Типа религии. Вот, такие-то дела. Поэтому выбирайте образ жизни и достаток таким, который вы потянете и который у вас будет, вам будет в радость.